Не так давно в нашу редакцию обратились родственники и друзья бывшего руководителя ГИБДД Забайкальского края Сергея Уханова. В обращениях описывалась огромная масса шокирующих подробностей вокруг уголовного дела в отношении Сергея Уханова и ряда лиц, в том числе его заместителя Александра Викторовича Федорова. Уголовное дело было возбуждено 3 года назад, 19 сентября 2012 года. В тот же день Сергей был задержан и помещен, соответственно, под стражу в СИЗО 1 города Читы. Уханов Сергей Вячеславович обвиняется, в настоящий момент уже осужден, по ряду преступлений так называемой коррупционной направленности. Изучая собранные материалы, мы сделали вывод, что в основном это дело сконструировано на свидетельских показаниях. При этом ни для кого не секрет, что антикоррупционные уголовные дела возбуждаются после поимки с поличным, чему предшествует кропотливая работа оперативных органов. В случае же Уханова были выборочно использованы результаты оперативного наблюдения, без учета тех материалов, которые компрометируют позицию следователя. Таким образом, возник вопрос, как следователь мог демонстрировать эти результаты, официально их никаким образом не получив. Ну, собственно говоря, оперативные сотрудники пояснили, что никаким иным образом они ему не передавали. Угу. Вот. Тем не менее, следователь пояснил, что он получил это на флеш-карте, и это, в общем-то, якобы обычная практика, что, естественно, также отрицается и оперативными сотрудниками. Так и не должно быть. Важность результатов оперативных мероприятий сложно переоценить, ведь ими можно доказать как вину, так и невинность. Вот, для объективности нами несколько раз было заявлено ходатайство об истребовании всех результатов оперативно-розыскных мероприятий, все вот эти аудио-видеозаписи, для того, чтобы их можно было системно проанализировать, поскольку и Сергей Вячеславович утверждал, что там какие-то вещи, которые там им были получены, то есть он, во-первых, возвращал, вся жизнь его проходила в кабинете в служебном. Соответственно, там к нему приходили, с ним общались там и по работе, и в неслужебное время. Вот. Поэтому для того, чтобы оценить, что там происходило, необходимо это делать системно. Все материалы ОРМ у нас идут не полностью, а нарезкой. Вырваны из контекста? Абсолютно. И если бы, допустим, вот есть именно мой разговор, и я помню этот разговор, я даже по нему сужу, как и в какое русло он ведет. По делу проходит бывший заместитель Сергея Вячеславовича, подполковник Федоров. Он заключил так называемое досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако в данном случае изобличающие показания Федорова скорее стали оговором его начальника Уханова, что, к сожалению, весьма логично. По 6 эпизодам были получены им взятки, которые он потом в один из дней, он даже не вспомнил, когда это было, якобы уже в городе Кемерово, поделился этой взяткой с Ухановым. Причем в материалах дела имеется детализация соединения этих абонентов между собой, Федорова и Уханова. И там указано, среди прочего, не только время соединения, но и местонахождение абонентов. Берег, так называется. Да, это детализация соединений. И она даже между собой не совпадает по телефону Федорова и Уханова. Более того, он даже путался в сумме, которую он передавал. Александр Федоров пошел дальше обвинительных показаний. Он подговаривал одного из свидетелей валить все на Уханова, о чем есть документальное подтверждение. Но на самом деле это тяжелый такой момент с Федоровым, потому что я думаю, для Сергея самое тяжелое было в этом уголовном деле предательство Александра Викторовича Федорова. Как мы выяснили, по делу Уханова проходит несколько граждан в качестве потерпевших, которые одновременно проходят такими же, в кавычках, профессиональными потерпевшими по другим похожим уголовным делам. В частности, Безверхий и Казанцев показали, что получили с граждан 150 тысяч рублей за красивые номера, а Сергею Уханову передали аж более 500 000 рублей. Каким образом получилось так, что в результате они стали добрыми самаритянами и просто за свой счет, дарили гражданам красивые номера. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать,
звоните в редакцию. Ну, когда мы задавали эти вопросы этим так называемым потерпевшим, они отвечали, на мой взгляд, достаточно несуразно, нелогично и непоследовательно. Еще большее удивление вызывает тот факт, что, по сути, взяткодатели, Безверхий и Казанцев, признаны потерпевшими, но при этом официально не освобождены от уголовной ответственности, как взяткодатели. Особый интерес привлек эпизод с руководителем Росгосстраха по Забайкальскому краю, Андреем Конном, от которого, по версии следствия и попутанным показаниям самого Конна, Сергей Уханов получил взятку в размере 1 миллион рублей за заключение договора страхования транспортных средств всего управления МВД по Забайкальскому краю. Тот факт, что Уханов в силу своей должности не имеет даже гипотетической возможности повлиять на заключение такого договора, ни следствием, ни судом учтен не был. А кардинально изменившиеся показания Андрея Конна в сторону оговора объясняются, как мы считаем, случившимся с ним неприятным инцидентом. С Конном была достаточно интересная история, когда вначале он же давал показания, он был допрошен следователем, он давал показания, что никаких взяток он не давал. После этого он был задержан, у него были произведены обыски дома и в офисе. Дома у него был найден, согласно материалу дела, было найдено там порядка там около 20 грамм наркотического вещества. После этого Кон Андрей Яныч дает показания, изобличающие Уханова. Ну, а соответственно, так сказать, по наркотическому веществу материалы дела вроде как были переданы по подследственности в Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков. Ну, информация, что там стало с этим делом, я думаю, что, соответственно, это дело, ну, во всяком случае, в отношении Андрея Яновича никаким образом не возбуждалось уже по наркотикам. В нашем распоряжении есть видеозаписи обыска у Андрея Конна, когда у последнего нашли наркотики. Это мертворожденное уголовное дело стало причиной оговора Сергея Уханова, как мы предполагаем. Обнаружен шприц емкостью 10 мл, в котором находится вещество темного цвета, занимающее объемом примерно 2,5 мл. Часть медицинского шприца, в котором находится вещество темного цвета. Шприцы помещены в картонную коробку, где они были обнаружены. Давая реальную оценку этому сомнительному уголовному делу, даже не учитывая всех юридических нестыковок и противоречий, совершенно очевидно, что Сергей Уханов стал жертвой конфликта понятий местных элит Забайкальского края. Пришел человек из другого региона. С первого дня начал наводить порядки. Это ощутили все, от младших инспекторов до первых замов. Мы считаем, что это дело оно политизированное и во многом обусловлено тем, что Уханов, он чужак в этом регионе. Очень тяжело, вы знаете, вот, особенно чем дальше от Москвы, очень тяжело всегда бороться или противостоять местным элитам. Дело в том, что Уханов, когда приехал, он сколько, он был практически там меньше года руководил на этой должности. И, соответственно, за это время ну, он сделал ряд достаточно интересных моментов. Во-первых, он заставил растонироваться всех. Ну, вы знаете, что тонировка является фетишем для многих граждан в нашей стране. Вот. Так он заставил растонироваться даже служебные автомобили правоохранительных органов, и не только МВД. И самое главное, на наш взгляд, Уханов, он, скажем так, перекрыл возможность оформления так называемых конструкторов. Конструктора – это незаконно ввозимые автомобили на территорию Российской Федерации под видом запасных частей, впоследствии оформляемые под документы автомобилей и доноров в обход таможенных пошлин. Такой коррупционный бизнес получил широкое развитие, поскольку является очень прибыльным. Было несколько таких центров в стране. Это было в Бурятии, в Иркутске и в том числе, кстати, в Забайкальском крае. Вот. И есть такая статистика, что до прихода Уханова там до 300 автомобилей в месяц так оформлялось. А с приходом Уханова всего там 1, 2, 3, может быть, в месяц максимум производилось. Естественно, поскольку мы не можем вот убеждать наверняка, но по слухам, скажем так,
выхлоп с переоборудования каждого автомобиля для, там, скажем, коррумпированных сотрудников составляет там, от 100 там, до 150 тысяч рублей. Вот можете себе представить оборот. И пришел человек, который перекрыл весь вот такой вот трафик. Ну, соответственно, там, насколько я знаю, ему неоднократно намекалось, чтобы он перестал, значит, быть таким принципиальным. Но, тем не менее, ну, он не послушал. Ну, в результате появилось достаточно странное уголовное дело. Есть такая поговорка: «Бог создал Сочи, черт могучий», что в очередной раз, то есть при проверке отдела ГИБДД, то есть по конструкторам как раз собрался он туда ехать, в Могочу. Сгорел отдел ГИБДД буквально перед его приездом. Они приехали уже на пепелище. То, что там массово шли конструктора. Но дело в том, что он упоминал, что когда пришел туда, то есть был весьма удивлен, в крае большая аварийность. Но в том же время инспектора обыкновенные ездят на крузерах, на прадиках, то есть свежих годов, на распилах. Это, то есть, сплошь и рядом у действующих сотрудников на тот момент, не знаю, сейчас работает, нет он, 50 конструкторов было на нем и 50 на его сожительнице. За что, естественно, то есть Сергей Вячеславович взялся, и взялся это конкретно. Коррупционная схема там была очень большая, так сказать, по конструкторам. Шел большой поток денег и конструкторов. Я сам лично видел после его задержания в находке, то есть привезли прям большую пачку ПТСов. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Хотя машин в данный момент в Чите не было. Регион действительно особенный. Та аварийность, которая в Забайкальском крае, вот даже статистику не надо поднимать, это видно вот воочию. Для меня, как для дилетанта, я приехала из Кузбасса, у нас ну, сильный регион. Та же дорожная разметка, те же светофоры, ну и в целом даже как водители друг другу себя ведут. Тоже есть хамство, тоже есть... Ну, наверное, как и везде. Угу. То Забайкальский край – это одно хамство. Там, начиная с отсутствия дорог, заканчивая в алкоголем состоянии водителей. Днем, ночью, столько количества ДТП вот своими глазами в жизни, вот просто едешь, и я вот такого не видела. Это страшно. Сергей очень переживал, когда горели машины, заживо горели люди. Элементарно, он выезжал, неважно, ночь, это день, он выезжал на такие аварии, начальник ГАИ, и обучал инспекторов заполнять документы. Раскрытие этих преступлений было нулевое. С его приходом улучшилось. Это есть официальная статистика, данные, документы. Местные следователи несколько лет назад с гордостью заявляли в пресс-релизах, что поймали злостного коррупционера, поставившего выдачу прав за деньги на поток, говоря о Сергее Уханове. При этом начальник одного из районных МРЭО, которого поймали на 300 таких эпизодах, уже выпустили на свободу. А Сергей Уханов, которому вменяется всего один такой и то недоказанный эпизод, получил 9 лет тюрьмы. 100% это дело заказное. И суд, то есть, однозначно рассматривает ту сторону обвинения, которая им выгодна. То есть они берут с контекста выдернутые слова и, так сказать, вставляют их. Это прав... Ну, я не юрист, но это видно вооруженным и юридическим взглядом. Были в этом деле и несуществующие понятые, и большая часть свидетелей давали показания, подтверждающие невинность Уханова. И суд отказал в большинстве ходатайств защиты. И еще целый перечень нарушений, противоречий и разночтений. Но сравнивая дело Уханова с набившим оскомину делом Васильевой, становится понятно, что судебная система России не свободна от двойных стандартов. Лично мое мнение, где начинается Забайкальский край, там кончается Конституция. Почему вы так считаете? А там нарушены все права человеческие, в том числе и Уханова по здоровью. Скажите, вера в справедливость вы не потеряли в связи с этим делом? Все-таки близкий друг. В Забайкальском крае потерял, но если честно сказать, надеемся на Верховный суд. Что люди действительно, так сказать, грамотно разберутся в этом деле, поставят все точки над ней.
Thank you.